Раскроила я шторы. Так, смотрите, так как ткань у нас имеет направленный рисунок, я себе облегчила работу, чтобы мне потом не искать, где верх, где низ. Я сразу снизу поставила меточку. Вот он, крестик. Мелом поставила, потому что мылом нельзя ставить при влажно-тепловой обработке. Когда я буду парить низ, у меня, ну, даже вообще сейчас буду отстрачивать бока, пар, если попадет, мыло исчезнет. Для того, чтобы этого не было, я поставила мелом. Перед тем, как отстрачивать бока, первым делом мы отстрачиваем бока. Перед тем, как это делать, мы должны срезать всю вот эту кромку. То есть вот здесь я буду срезать вот на сантиметр. Потому что вот видите, как бы кромочка, вот она у нас идет. А с другой стороны, вот видите, проколы аж где, вот на каком расстоянии. То есть я буду вот так срезать по проколам. Вот это нужно срезать, кромку нужно срезать обязательно. Многие этим не заморачиваются, сразу подворачивают, отстрачивают, все. Почему ее нужно срезать? Потому что после стирки, если вы ее не срежете, ваши бока будут вот такие сжатые. И вы потом хоть оттягивайте их, хоть парьте, хоть растягивайте, вы ничего не сделаете. Стянется кромочная нить, все. Это будет бестолку. Это идет долевая. Если она дала усадку, вы ее уже потом не растянете. Чтобы этого избежать, мы себя избавляем от этой головной боли. Мы все это срезаем лишнее. И чистые бока уже оснаровленные мы отстрачиваем. Тоненько, аккуратненько отстрачиваем. Все. После того, вот как мы уже обработаем бока, мы их отпариваем. И переходим потом к обработке низа. Так что все, начинаем делать. Вот обрезала я кромки. Вот видите, с одной стороны я резала прям по краю вот этих вот дырочек от ткацкого станка. Вот так вот получилось. Одна чуть пошире, а вторая вот прям 0,5. Где именно идет кромочка, ее видно. Прям вот по краю ее я срезала. Сейчас режу вторую портьеру и идем на машинку. Отстрочила я боковые стороны у портьеры. Вот одна, вот вторая. Все отпарила, все, чтобы у вас было четко. Следите за этим. Так. Вот так вот уже будет все это выглядеть с лицевой стороны. Вот он весь, боковой шов наш. Вот это одна портьера. И вот у нас лежит вторая. Вот они, все шовчики. Вот они. Так, сейчас пойдем декотировать тесьму шторную для настрачивания на верхний срез. При обработке верхнего среза портьеры я буду использовать вот такую капроновую тесьму. Ширина тут 2,5 сантиметра, кажется. Перед тем, как настрачивать вообще тесьму, мы ее должны продекотировать. Почему? Потому что она дает усадку под утюгом и потом при действии влаги. Это для чего делается? Для того, чтобы, когда вы постираете портьеры, чтобы у вас потом не получилось, что у вас верхний срез вот так вот будет весь сжат. То есть под действием влаги у вас все сядет. Так что все, сейчас идем парить. И потом будем уже настрачивать наверх. Так, смотрите. Настрачивать тесьму будем. Прям вот от края до края. Без технологических подгибов. Потому что у них вот эта ширина портьеры 1,5 метра. 2 по 1,5, 3 метра. У них как раз ширина карниза 3 метра. То есть, чтобы у них хватило в задернутом состоянии шторы на карниз, мы делаем от края до края. Если бы было бы у нас немножко лишней ткани по ширине, да, то мы бы тогда делали технологические подгибы по 4-5 сантиметров по бокам. Здесь мы пришивать будем вровень. И без оставления вот этих вот ниточек для стягивания. Вот эти узелки оставлять не буду. Тоже буду край прям заделывать вот прям в чистый. То есть стяжку делать они не будут, чтобы у нас лишние нитки тоже не болтались по краям, чтобы было все чисто, красиво. Мы заделаем в чистый край. Вот так подворачиваю и настрачиваю. Все, пойдемте утюжить. Так, девочки, смотрите, как я настрачиваю тесьму. В общем, я ее
тесьму накладываю на штору и равняю вот этот припуск, то есть вот 0,7 где-то, кладу вровень вот сюда к петелечкам. И все. И настрачиваем по краю. Вот так вот у вас все получается ровненько. То есть вам не надо туда заглядывать бесконечно, что, где, как, чтобы ничего не вылезло. Вот прям равняете, тесьма просвечивается, вам видно. Вот так вот равняете с этими, с петельками, и все, и по краю настрачиваете. После того, как вы вот это настрочили уже, отворачиваете портьеру. По крайней мере, я так делаю всегда. Есть, все строчат по-разному. Есть просто пристрочили, отвернули и настрочили вот здесь вторую строчку. Я делаю все тремя строчками, вот такие узкие, такую узкую тесьму. То есть я вот отворачиваю, вот так вот уже по лицевой стороне. Сейчас буду прокладывать вот так отделочную строчку. Это делается для того, чтобы у нас был четкий верх портьеры. Мне не нравится вот эта пухлость, даже хотя бы вы заутюжите, все равно вот эта пухлость без отстрочки, она у вас будет присутствовать. Чтобы этого не было, мы верхний край фиксируем также отстрочкой. Все, сейчас прострочусь, покажу вам. Вот смотрите, вот я все поправила, то есть вот так вот вы прям делаете, что у вас вот видно, прям вот, ну чуть-чуть тесьму видно, вот как бы вот этот 0,1 сантиметра. Все, и сейчас вот в край прям тоже на 0,1 вы настрачиваете. Ширина стежка у меня стоит 4 миллиметра. Ой, ну не 4 миллиметра, на четверочке. Все, руками вот проводите, как бы вы ее заглаживаете, все, она у вас уже никуда не денется. И все под натяжением натягиваете, когда строчите, все тяните, что бока, когда вы строчите, потому что машинка все равно припосаживает, чтобы вам потом сильно не стоять, не оттягивать. Вот видите, все четко, весь верхний срез, и вот так вот он и будет вверху у вас висеть. Все будет красиво. Не ленитесь, не ленитесь прокладывать лишние строчки. Вот вы настрочили тесьму, вот у вас как должно получиться. Вот так вот я выпускаю вот этот вот краешек, вот видите. Все, теперь сейчас я отворачиваю на изнаночную сторону, выравниваю вот тесьму с боком и вот так начинаю прокладывать, вот сейчас зафиксирую третью строчку. То есть мы первой строчкой мы пристрочили, второй строчкой мы отстрочили с лицевой стороны, и третьей строчкой мы уже настрачиваем тесьму вот сюда в край. Я предпочитаю работать вот этой капроновой тесьмой, потому что ее вот просто элементарно не видно. Есть, приносит вот такую белую широкую тесьму. Ну, не нравится она мне. Я работаю с такой, что широкая тесьма, от которой 6-8 сантиметров, где уже идет складка, закладывается пристягивание. Вот. Что такое узкое? Только предпочитаю такую тесьму. Так, все, девочки, без отступлений от темы, да, наших штор. Все, давайте сейчас все выравниваем, выкладываем и настрачиваем. Начала отстрачивать вверх, у меня еще закончилась нитка. Обязательно везде ставим закрепки. Тоже, когда строчите, все подтягиваете. Одна рука здесь, вторая наверху. Потому что машинки припосаживают. Аналогично до бокового шва. Вот смотрите, вот мы настрочили тесьму, вот у нас идет с изнаночной стороны строчка, и вот у нас что получается, вот так вот, вот с лицевой стороны. Вот. Все четко, аккуратно. Это вот даже вот это итог без утюга.
То есть я даже не отпаривала, я все при вас вот пристрочила, отстрочила и тут же вот настрочила нижний край тесьмы. Все, и все четко у вас получается. Вот и у вас должен быть такой же итог. Сейчас будем делать вторую штору. В этой второй портьере точно так же действуем, аналогично как в первой. Вот я завернула тесьму, сколько, 2,5 сантиметра, прикладываю и начинаю настрачивать. То есть вот к этому краю, вот к этому краю, где у нас начинаются петельки, я прикладываю край портьеры. Накладываем на лицевую сторону. Не торопимся, аккуратненько все. Вот край портьеры к краю тесьмы. Ой, к краю тесьмы, господи, к петелечкам. И все, и настрачиваем. Не торопимся. Вот настрочила я опять тесьму, вот, вот она, все. И сейчас опять аналогичным способом с лицевой стороны вот на 0,1 буду отстрачивать. Так, вот что у нас в итоге опять получилось. Вот у нас краешек. Там что у нас? А, тут рисунок, думаю, неровно, что ли, прострочено. Рисунок, велюшка идет. Так, вот это у нас лицевая сторона вот получается. И вот у нас получается изнаночная сторона. Все четенько, все хорошо. Так, пойдемте сейчас. Верх я уже сейчас утюжить не буду. То есть он у нас уже весь четкий зафиксированный. Тесьма пропаренная. Так, сейчас скалываем боковые швы. Они отпарены. Все. И выходим на длину. Да, у нас величина, которую мы давали прибавку к низу, к подгибке. То, что у нас там есть, у нас все рассчитано с клиентом. Мы будем всю запаковывать. То есть мы оставляем как бы припуск к подгибке. Потому что у них там планируется ремонт, будет другой карниз, чтобы, если что, она могла отпустить и повесить их вновь, эти портьеры. Так что все, пойдемте мерить бока. Выровняла я верх портьеры, сколола боковые швы. Булавки, смотрите, вот всегда ставлю вот так наискосок. Или вот так наискосок, или вот так вот поперек. Вдоль портьеру никогда не прокалываю, потому что можно немножко сдвинуть край. Для того, чтобы вот это избежать, вот таким образом прокалываю. Но все делают по-разному. Кому как удобно, так и делаете. Я просто делюсь тем, как делаю я. Так, все. Сейчас, короче, я выхожу на низ, отмеряю длину. Выхожу на низ и смотрим, какая подгибка у нее будет получаться. Высота портьеры у нас 2,70 от верха до низа должна быть. Так вот сейчас первый метр я наметила. Все выравниваем, все хорошо, чтобы у вас четко лежало, никаких перегибов, никаких перекосов. Так, от нашей метки отмеряем второй метр. И 70. Так, и на подгибку у нас остается ровно 10 сантиметров. То есть мы делаем как положено по 5 сантиметров шов подгибку с закрытым срезом. Я сейчас отмеряю линию низа, потом иду на утюг, ее заутюживаю. И потом уже к этому заутюженному сгибу буду вовнутрь подворачивать середину, то есть наши подгибки, и прокалывать булавками. Ничего не наметывать не буду. Буду делать так сразу. С помощью булавок буду закреплять. И потом пойдем отстрачивать. Отметила я от края свою линию низа. Сейчас я с помощью булавок я и переношу на вот эту сторону. И иду ее заутюживать. Так, девочки, вот смотрите, вот была наша линия подгибки. Вот то, что я вам сейчас говорила, да? Вот я ее перенесла на другую сторону. То есть у меня по всей ширине портьеры теперь уже была нанесена вот эта меловая линия. Я по ней заутюжила
вот эту нашу подгибку. Это наша общая подгибка. Теперь, как я делаю? Я теперь беру вот к этому сгибу, я прикладываю вот так наш припуск на подгибку, заворачиваю и вот так вот опять ставлю поперечные булавки. То есть я закрепляю опять не вдоль вот так по подгибке, а опять поперек, потому что чтобы машинка в процессе строчки нам нашу подгибку не перетянула ни в коем случае. Особенно хорошо фиксируем начало, середину и конец. И если есть возможность, то почаще прокалывайте, тогда вы себя обезопасите вот от этого перекоса. Так, все, давайте начинаем делать. Вот как у нас получается край, который подготовлен для отстрачивания. Видите, как я часто ставлю булавки? И опять я их ставлю наискосок. То есть, чтобы как бы захватить побольше промежуток, который не будет у нас сдвигаться. Ставим закрепочки. В начале и в конце строчки обязательно ставим закрепки. И все. Пойдемте строчить. Вот смотрите, бывает даже такое, когда вы начинаете строчить, у вас рейка может сдвинуть нижний край, ну, скажем, даже изделия любого, чтобы, ну вот то, что касается штор, чтобы вот этого не было, чтобы у вас сразу игла вошла вот в этот край, в край, вот то, что вы выравнивали, да, это вот сейчас я вот так ее вам ее, кажется, что я перетянула, нет, тут все ровно. Я сейчас вот выравниваю вот этот край и ставлю иголку, еще не включая машинку. Ну, даже можно уже включить машинку, но не в начале строчки, как бы. То есть уже не в процессе строчки, чтобы рейка вам не перетянула. Вот я сейчас сразу поставлю. Сделаю один колок по направлению строчки. Теперь я включаю и сразу ставлю закрепку. То есть она сейчас уже пойдет. Закрепочку мне поставит, и я начну строчить. То есть у меня уже край будет зафиксирован. Поедемте. Тоже, когда отстрачиваете, все тянете. Через булавки осторожно. Подходите к булавке, булавку вытаскивайте, чтобы у вас машинка по булавкам не строчила. Этим самым вы убережете свои иглы от затупления. И, потому что нет гарантии, что ее игла или проскочит вашу булавку, или она упрется в нее, или поломает, или погнется, или будет тупая потом. Так, все, буду я строчить, потом в конце покажу, что получилось. Вот мы сейчас подходим уже к краю. Вот. Все выравниваем. Вот здесь вот край все держим, прям пальчиками крепко держим, чтобы не перетянуть, чтобы у вас вот эта подгибка не вылезла сюда вот наружу. Который мы начинали строчить, тоже вот где мы сначала поставили иголку, сделали один колок вперед по направлению строчки, потом я включила машинку, сделала закрепку, она тоже все вывела прям край в край, и все, все ровненько везде, нигде ничего не вылазит. Все аналогично вот этой шторе я сейчас буду делать вторую, но вторую я уже снимать не буду. Сейчас я вам покажу вот уже в отпаренном виде, как это будет все выглядеть. Вот такая вот у нас четкая, вся ровная подгибочка получилась на портьерах. Вот так вот все. Вот так у нас все с изнанки. И вот так вот у нас все смотрится. Вот так вот с лицевой стороны. Так что, когда делаете, девочки, главное, не торопитесь. Все у вас будет получаться. Вот так вот все.